Нарик регулярно встречала свою соседку Анаит по утрам по дороге на работу. Они часто останавливались, чтобы поговорить, и их дружба крепла. Однажды моя соседка рассказала мне, что открывается новое кафе. Это было здоровое веганское кафе под названием «Доктор Веги». Меня это заинтересовало, потому что я люблю здоровый образ жизни. Я работала в банке, а он находился рядом с кафе. Поэтому каждый день я обедала там. Это кафе в центре Еревана, Армения, создавалось адвентистами в качестве городского центра влияния. Кнарик знала, что ее соседка – адвентистка седьмого дня, но не очень понимала, что это значит. Кнарик верила в Иисуса, но не хотела посещать какую-либо церковь. Я ясно помню, как впервые пришла туда. В этих людях было что-то особенное – духовный мир и спокойствие, которых я не встречала ни в ком другом. Кнарик начала участвовать в различных мероприятиях, которые предлагал центр. Например, по вечерам проходила библейская викторина. Приняв в ней участие, она поняла, что многое в Библии ей непонятно, и начала больше читать ее. Кнарик решила, что лучше всего будет посетить адвентистскую церковь, чтобы получить ответы на свои вопросы. Я посещала церковь около года, и меня пригласили в лагерь здорового образа жизни. Там я решила креститься, и это был самый счастливый день в моей жизни. Кнарик очень благодарна своей соседке Анаит и людям из кафе «Доктор Веги». Такие городские центры влияния, как «Доктор Веги», могут стать уникальным мостом между адвентистской церковью и местным населением. Ереван – крупнейший город и столица Армении. Здесь проживает более миллиона человек, а это треть населения страны. Такие города, как Ереван, все чаще представляют собой один из самых больших миссионерских вызовов. Но при этом они открывают для адвентистов возможности для построения дружеских отношений с окружающими их людьми. К сожалению, вести миссионерскую работу в городах очень дорого. Кафе «Доктор Веги» пришлось внезапно закрыть из-за высокой стоимости аренды. Это значимая потеря для адвентистов, которые им управляли, но еще больше для членов общины, ведь для них это было уютное и спокойное место, где они могли провести время. Есть шанс, что это кафе откроется снова, но им нужна ваша помощь. В этом квартале часть пожертвований 13-й субботы помогут возродить кафе «Доктор Веги» в новом, улучшенном здании. Если у них будет свое помещение, это обеспечит стабильность, и они смогут сосредоточиться на построении дружеских отношений, таких как те, что они построили с Кнарик. Пожалуйста, молитесь о будущем кафе «Доктор Веги» и об адвентистах в Ереване, которые хотят развивать свою миссионерскую деятельность. Благодарим вас за вашу поддержку.